Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня покажу вам свою посылочку из интернет-магазина «Василёк». Заказала в основном текстиль для дома. Вот такой огромный мешок я сегодня получила на почте. Тут моя котеечка будет мне помогать. В общем, сейчас все достану, разверну и покажу вам. Итак, я все распаковала. Ну, не совсем у меня текстиль для дома, конечно. Ну, для дома, в общем, почти. Начну я для своего младшего сыночка. Значит, я ему заказала, во-первых, вот такую майку. Я бы взяла больше, но она осталась одна всего в наличии. Мне оттуда звонили, говорили, что одна всего осталась, поэтому я взяла одну. Она немножко маломерит, но мне очень нравится вот это качество. Ну, видите, как такой трикотаж очень классный. Я просто сейчас тут распаковывала, немножко испачкала ее. Вот, так что вот эти маечки стоят недорого и как бы классно. У нас, кстати, майки куда-то теряются периодически. Вот, поэтому заказала, взяла, говорю, ну хотя бы одну мне положите, потому что маечки очень классные. Вот я их одеваю в садик, ну как бы под низ для тепла, да. Также взяла вот такую классную, как сказать, толстовку. Мы подобные вещи обычно носим, когда холода, под куртку. То есть, когда совсем будут морозы, под куртку одеваю. Он как раз ему на молнии. Она, значит, внутри идет флисовая. Это я взяла размер 32, но, мне кажется, немножечко маломерит. А сверху она просто такая, как вот, ну, не то чтобы трикотажная, как хлопочек такой плотный, видите? Здесь вот такой манжетик идет, машинка. Вот, и идут даже кармашки. На молнии как раз им удобно. Такая же есть, ну, наподобие такой, только через горло одевается. Ну, и достаточно неудобно ему. А так на молнии самое то. Вот, с кармашками. Ну, и летом в прохладную, ну, как летом, да? Ну, у нас лето холодное, поэтому в прохладную погоду тоже можно. Так, дальше. Заказала маме вот такие маечки. Это под низ одевать. Ну, там под бадлончик, кофточку тоже вот у меня мама зимой любит носить. Взяла, правда, 56 размера, но они очень-очень хорошо тянутся. Мама у меня сейчас дома нету, она померит, потом скажу, подошло или нет. Но я даже вижу, что подойдет, потому что они очень-очень хорошо растягиваются. И как раз вот такие как бы под низ. Ну, как это, как типа нижнего белья, да? Я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Две штучки, вот такая бежевая и беленькая. Так, дальше себе я взяла вот такой классный просто. Я как его открыла, я вообще обалдела. Ну, во-первых, розовый цвет, мой любимый. Правда, 44 размера я взяла, но я специально взяла 44, чтобы было посвободнее. Это банный халатик вафельный. Вот я махровые, ну, как бы не люблю халаты. Я в них обычно, мне жарко, в общем, как-то потею, что ли, в них. Поэтому я взяла себе вот такой вот вафельный. И мне очень понравилось, что здесь уже пришита петелечка. Вот это вообще, на самом деле, очень круто лично для меня. Потому что потом вечно у меня вот здесь вот рвется, потому что я куда-то вешаю и так далее. В общем, он такой прямой, обычный, с пояском. Не знаю, все очень качественно сделано. Строчечки все ровненькие. Я потом померю, покажу на себе. Племешу своему заказала вот такую толстовку. Это тоненькая толстовка. У него подобная есть серая, а это, ну, такая обычная, как бы, ну, тонкая, то есть неутепленная, да, вот это как она, толстовка, кенгуруха, как она правильно называется, не знаю. Вот, я взяла ему 52 размер, во-первых, потому что может маломерить, а во-вторых, он любит, когда сидит вот так вот оверсайз, скажем так, с черными шнурочками, с черной вот такой штукой, ну, как бы совсем круто, что называется. В общем, это потом племешу отдам. Не знаю, либо он к нам приедет в гости, либо, не знаю, сама заскочу к нему. В общем, вот такую ему крутую толстовку взяла. Ну, тоже одевать, он любит такие вещи у меня. Я себе взяла, я в прошлый раз утеплила мужчин, а себя не утеплила. Поэтому решила взять себе теплые носочки. Значит, здесь набор идет. Вообще, в Василёке все носочки идут набором. Вот таких вот теплых носочков, значит, они идут у нас размер 37-41. Хлопок, полиамид и спандекс. Махровые, видите, вот такие. То есть, такие чуть потеплее. Вот они внутри идут обычные такие махровые, самые простые. В общем, вот такие цвета. Красный, фиолетовый, черный, темно-синий, серый. Вот.
И взяла себе, девочки, носки из кашемира. Вообще, на самом деле, цена их вообще для кашемира очень даже маленькая. Так как я такой человек-мерзляк, что называется, для меня это просто актуально. Носки нереально крутые, я очень вам советую. Смотрите, 85 кашемир, 10 полиамид и 5 лайкра. Это просто, они настолько мягенькие, они настолько крутые вообще, слушайте, я не знаю, просто потрясающие, я вообще балдею от них. И цвета тоже вот упаковкой продается, значит, двое серые пары, бежевая, такая темно-синяя и фиолетовые. То есть получается тоже 5 пар. Так что мне тоже теперь будет тепло, не только моим мужчинам. И вот что я имела в виду, я купила для дома. Я взяла 2 вот таких пледа, 2 одинаковых. Это в комнату моим мальчишкам. Почему-то захотелось мне поменять там что-то, и я решила, в общем, решила поменять плед. Вот такой бежевый, сейчас застелю, покажу вам. Я, по-моему, я не помню, у меня, по-моему, размер шел как на двухспальную кровать. Но тоже нереально мягенький. Вообще вот эти все пледы, наволочки на подушке у Васильки просто супер. А нам сюда в комнату с мужем я взяла, что-то мне так дико захотелось. Вот такой плед, боже мой. Сейчас тоже его застелю, покажу. Ой, боже, он такой приятненький. Такой классный. В общем, сейчас все застелю, вам покажу. Ну что, я застелила, девочки. Боже, какой он классный. Вообще. Мне так нравится. Я вообще балдею от него. Прям такой зимний-зимний плед. Единственное, что, видите, он немножко помялся в упаковке. Но он такой прям... Боже мой. Я прям балдею. Слушайте, мне так понравился вообще. Супер просто. Вот так вот он выглядит у нас теперь. Мне очень нравится. Ой, прям обалдеть. Сейчас покажу мальчишкин. Вот, я застелила своим мальчишкам. Вот такой получается пледик. Потому что был у них вот такой. Ну, как-то он мне, не знаю, поднадоел. Мне поднадоел, наверное. Детям нет, я не знаю. Вот, но мне кажется, вот так вот уже как-то более по-взрослому, что ли, не знаю. Вот, но он тоже очень классный. Во-первых, я взяла большой размер, чтобы заправить туда, и чтобы он вот так вниз спускался. Но я, наверное, буду побольше туда заправлять, чтобы не так сильно до пола он прямо был. Потому что они, когда здесь, знаете, валяются, это все вот так сминается, и получается как бы непонятно что. Застелено, не застелено, непонятно. Видите, он такой тоже бархатный, классный, боже мой. Девочки, очень прям советую. Вот этот, по крайней мере, точно. Во-первых, он такой, ну, как бы в полосочку, да, то есть нейтральный, скажем так, вариант. Ну и по цвету, мне кажется, очень нам подходит. Вот, если добавить еще наши вот эти яркие подушки сюда, мне кажется, вообще красота. Мне так нравится. Слушайте, девочки, вообще. И по размеру, видите, у нас кровать сколько? 2 метра. И видите, он свисает. То есть не маленький размер. Очень, мне кажется, симпатично. Лучше, чем тот. Мне тот меньше нравится. Не знаю, этот вообще класс. Супер. Ну что, мои детки придут со школы, с садика. Как раз у них новые покрывала такие. Ну, не знаю. Хороший вариант, когда хочется что-то поменять, поменять и покрывало. Вот я второму тоже своему застелила. Тут как раз у меня младший спит. Слушайте, ну какие они классные. Мне надо было себе тоже такой плед взять. Это точно. Коту вообще 100% понравится. Он у меня тут любит у мальчишек спать. Вообще супер, очень мне нравится. Кстати, такие пледы я стираю на быстром режиме. 30 градусов, 600 оборотов или 800 ставлю. Ну, обычно 600. И хорошо они стираются. Ну, в общем, мне кажется, все замечательно. Просто у меня машинка берет большой объем. То есть на 7 килограмм, по-моему, машинка стиральная. Поэтому такие пледы я буду стирать. Ну, как-то темный плед я вообще не хотела сюда. У нас так низ кровати темный такой, еще темный плед как-то не очень. Вот. Вот, и вот такой вот у меня халатик. Классный. Лё, тебе нравится? У меня сынок снимает, у меня оператор сегодня. Вот, очень, кстати, прикольный халатик такой. Мне кажется, хорошо, что я взяла 44 размер, потому что если было бы 42, было бы не так комфортно. Ну и рукава такие здесь укороченные, их можно, мне кажется, подвернуть, что тоже для меня является плюсом, потому что я вообще не люблю, когда рукава длинные. Вот, так что. Ну и мой любимый цвет, нежно-розовый зефирный. Да, Лёва?
Лёва смеялся надо мной, так что вот такой. Ну да. Особенно мне понравилась такая кровать. Такая холодненькая, холодненькая. Да, у меня ребенок тут сейчас валялся. Говорит, о, мама, круто как. У вас крутая кровать. А то она есть в всяких местах, там холодненько так, прикольно. Холодит? Да. Вот так вот. Так, и еще сейчас покажу вам по ценам, потому что я на самом деле забываю иногда вам показывать, хотя вы спрашиваете. Значит, покрывало вот это вот классное, которое понравилось моему сыну, 999 рублей. Маечки женские по 90 рублей очень советую, потому что майки классные. Для мальчика маечка 141 рубль. Вы реально в магазине не найдете такие цены. Носки женские вот с кашемиром 310 рублей 5 пар. Толстовка, которая... А, это которая моему младшему сыночку 468. Носочки махровые 156 за 6 пар. Да, я там обсчиталась, там 6 пар. Вот, толстовка для племеша 756, халат 784 и... покрывала по 876 рублей. Вот видите, я взяла 2 на 2,20. То есть 2, но в длину, и 2,20 в ширину. Ну, мне как раз, чтобы заправлять, как я уже и сказала. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Я тут в этом халате все сижу. Надо его будет состирнуть. Он немножко такой сейчас жестковатый. Я думаю, если с кондиционером постираю, он вообще будет мягенький. Ну, хорошо. Мне он очень нравится, особенно его цвет суперский. Вот. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Оставляйте свои комментарии, не забывайте подписываться на мой канал, ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую, до новых встреч.